всем моим друзьям. Йоу-йоу-йоу-йоу. Я помню, в школе проходил, что-то прокатил, рядом прокатил. Я в школу редко заходил, но ты не учил, ага, мы не учил. Хотел я знаменитым стать, песню написать, рэпсу написать. Решил, не буду повторять, два раза повторять, буду три раза повторять. И вот тогда я написал тебе этот гангстер-рэп, отправил Эминему этот гангстер-рэп. А он сказал, чтоб я забыл совсем про гангстер-рэп, никогда его не пел. Эминема не люблю. Сент, вот ему я напишу. Билана можешь ты не быть, и Алсу не быть, и Тату не быть. Чтобы Европу победить, чтобы первым быть, всех там покорить. Я знаю, что я победю, а не всех я побежду, а не, впрочем, хватит слов. Возьму двух редких пацанов, Сеня, ты готов, Паша, ты готов. И вот тогда мы всем покажем нашу гангста-мать. Мы выйдем и покажем нашу гангста-мать. Покажем всему миру нашу гангста-мать. Евровидение порвем. Это гениальный план. Это гениальный план. Это гениальный план. Гениальный, как и ты, наш Серега. Это гениальный план. Но Эминема не люблю.